В Барнауле нормы ГТО сдал мужчина, которому исполнилось 90 лет. Это абсолютный рекорд для Алтайского края. Юрий Першин наравне со всеми подтягивался, бегал. И, кстати, в свои 90 он запросто может дать фору молодым. Свой первый знак ГТО Юрий Першин получил 63 года назад. Через пару месяцев, когда выйдет приказ, ему вручат новый знак с отличием. А накануне заветные знаки ГТО получили 43 барнаульца. Церемония награждения прошла в администрации Октябрьского района. Не все из них сдали нормы с первого раза. Кто-то долго готовился, ходил на пересдачу. Кстати, выполнил все нормы и Вячеслав Новиков. Сейчас он единственный глава района в Барнауле, у которого есть знак ГТО. Честно могу сказать, что полчаса каждый день я нахожу возможность крутить велосипед у себя на рабочем месте. То есть дома перед сном стараюсь минимум 4-5 раз в неделю пройти 4-5 километров на улице. Вот я считаю, даже вот этот минимум, он достаточен для человека, чтобы поддерживать себя в форме и выполнить вот эти нормы ГТО. Готовиться к труду и обороне в регионе начали 4 года назад. За это время знаки ГТО получили 16 500 жителей края. На сдачу норм стали приходить целыми школьными коллективами и семьями. У нас двое детей, двое сыновей, поэтому приняли такое коллективное семейное участие в сдаче нормативов по ГТО. Хотя, в принципе, спорта хватает, как бы и на работе, и в жизни, но здесь это массово, это интересно. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.